наоборот, я сниму, да, чтобы по установке термопривода на теплицу Meatlider. Вот одна форточка у нас подготовлена под установку. Meatlider трехметровый. Значит, смотрим. До крепления, до оси крепления от верха форточки получается у нас 7 сантиметров. 7 сантиметров. Затем идет размер, так скажем, от шарика до шарика. Проецируем его на арку. 36,5 сантиметров. 36. Это в закрытом положении. Сантиметра на 3 ниже крепится ушко для пружины. Здесь сантиметров на 5-6 ниже по дуге. Оно же крепится для пружины. Ставится пружина. Вот так вот они без пружины разнесены. На одну форточку ставим 2 пружины, 1 термопривод. Вот вторая форточка у нас уже оборудована всем этим. И пружина, и привод стоит. Привод начал работать. Толкает форточку градусов на 50-60, чтобы она была открыта. Если нужно, чтобы форточка открывалась чуть больше, значит, вот это крепление нужно перенести чуть повыше, но не переусердствовать, потому что форточку может выгнуть в обратную сторону. Монтаж теплицы. Ставили сегодня теплицу Meatlider 3x5 на бетоне. Сливы сделаны по периметру теплицы. Сам каркас из трубы 20x40, покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители, форточка торцевая малая, дверь с форточкой с лицевого торца, верхние форточки на термоприводе 2-метровые и по центру 1-метровая, она на ручном управлении. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такой отличный Meatlider у нас получился на горе. Meatlider на горе. А у меня на этом все. Задавайте вопросы и всем пока.